Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений. Я генеральный директор сети Viking Touristic. Сейчас нахожусь в Греции, регион Пьерия. Мы будем с вами инспектировать отель Сентида Минсеран Village. Вот он. Это 5-звездочный отель. Ресепшн отеля. Отель находится в поселке Паралия. Поселок большой. Здесь есть много кафе, баров, ресторанов, таверн. Данный отель вошел в линейку отелей Сентида. Хороший отель, первая береговая линия. Этот отель стал 28-м в линейке отелей Сентида. В этом году он вошел. Это весь отель, видите, территория компактная. Зато он находится на первой береговой линии. И здесь вход песчаный. Главный ресторан. Сейчас у нас завтрак. Быстренько вам покажу, что на завтрак здесь. Кушать можно как внутри, так и на улице. Много блюд здесь на завтрак. Соки, возможно. Здесь у них еще один бар. 12.11 Superior. Покрытие здесь плитка. Ванная комната. Ванная и душ. Есть стекло в спальню. Можно закрыть его, можно открыть. Фен небольшой. Раковина одна. В комнате у нас одна большая кровать, покрытие плитка, чайный уголок есть, плазменный телевизор большой. Здесь еще, вот видите, один диван, второй. Ну, судя по всему, здесь максимум 4 человека. Балкон средних размеров с выходом на бассейн и на пляж с видом на море. Это первый этаж. Выход на территорию здесь, видите, невозможен, огорожено все. Ну вот. Такой номер. Кондиционер здесь центральный. Закрывать не надо, не надо. Ну, понял. Закрывать не надо. Хороший номер. Друзья, если вы хотите поехать в этот отель, вы можете оставить нам заявку, и мы организуем ваш отдых. Вы можете это сделать самостоятельно на нашем сайте viking.by. У нас есть удобная система онлайн-поиска, удобная система онлайн-оплаты. А также вы можете обратиться к нашим специалистам, и они помогут вам подобрать отдых тот, который вам требуется, на сайте viking.by. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. С вами был Лосинок Евгений.